В рамках реализации проекта, предложенным главой государства «Туган жер» в поселке Корнеевка, построили парк в честь Батыра Керней. На строительство было потрачено свыше 800 тысяч тенге. Открытие состоялось в день рождения столицы. В Жирауском районе в сельском округе Керней открыли парк именем Батыра Керней. Такое мероприятие состоялось при поддержке благотворительного фонда «Керней-Баба» совместно с предпринимателем Уланом Абдихановым. На строительство было потрачено свыше 800 тысяч тенге. На торжественном открытии местные жители показали концертные номера. Мы предложили акимату поселка Керней построить парк. Такое мероприятие мы делаем в рамках реализации проекта «Туган жер». Мы надеемся, что это понравится местным жителям, и в дальнейшем они будут ухаживать за парком. Лидия Ивановна родилась и выросла в селе Корнеевка, нынешнее название Керней. Открытие парка для жителей поселка – важное событие, ведь это все останется будущему поколению, призналась женщина. Ну, сегодняшнему празднику мы очень рады. Особенно хочется большую благодарность сказать представителям рода Керней, которые спонсировали нам вот этот праздник. И мы сумели разбить парк на площади памяти, где построен обелиск нашим дедам, прадедам, которые отстояли нашу землю. После торжественной части мероприятия жителями поселка были посажены более 160 берез. Также в дальнейшем планируется посадить сосны, признались организаторы. Мирамгуль Салкимбаева, Ажара Гибаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.